Goldman Sachs рассматривает возможность торговли криптовалютами, включая биткоин. Произойти это должно за счет создания новой торговой опции. Таким образом, один из крупнейших инвестбанков мира может стать первым банком на Уолл-стрит, который напрямую выйдет на крипторынок. Сейчас Goldman Sachs исследует возможность удовлетворения интереса клиентов к криптовалютам. Использование цифровых денег в операциях Goldman Sachs или других крупных инвестбанков может улучшить их имидж. Деятельность Goldman Sachs в этом направлении находится на начальной стадии, а значит банк еще может отказаться от своих планов.